75 лет со дня образования отметил Маргаушский район. Такая знаменательная дата, весомый повод вспомнить, как жил и развивался район все эти годы. Безусловно, главные герои праздника – жители. Именно они на протяжении многих лет вкладывают душу и силы в малую родину. На юбилей пригласили и нашу съемочную группу. Здесь проживает почти 35 тысяч человек. 177 деревень и сел объединены в 16 сельских поселений. Территориально район находится рядом со столицей, что дает ему особые преференции. Маргаушцы с удовольствием торгуют на столичных рынках своей вкусной и экологически чистой продукцией. Чебоксарцы активно работают на многих районных предприятиях. Партнерские отношения идут на пользу обоим муниципалитетам. Здесь реализуются масштабные инвестпроекты. Строится дороги и жилье. Маргаушский район сегодня успешно развивается и промышленное предприятие, и сельскохозяйственное производственное предприятие. Ну, в особенности по промышленности, это же, конечно же, это флагман сегодня Маргаушской промышленности, это завод Чебоксарского предприятия «Сельспель». Особо хочу отметить, это птицефабрика Маргаушская, которая в прошлом году 50-летний юбилей отметила. За последние 5-6 лет она почти удвоила свое производство основного вида продукции. И у них есть дальнейшие планы по модернизации, дальнейшее расширение производства. По другим предприятиям особо хочу отметить, это СКПК имени Суворова. По прошлому году неплохие результаты и увеличил площадь обрабатываемых земель. Сергей Хрусталев начал свою работу в электроэнергетике в 2001 году. Его добросовестную работу не раз отмечали высокими наградами. А сегодня он получил благодарность главы республики Михаила Игнатьева. Я в основном работаю электромонтером. Поставляем электричество многоквартирные и частные дома. Я в дальнейшем собираюсь также работать и предоставлять наши услуги. В нашем Маргаушском районе живут очень-очень уважаемые люди, много рабочих, хороших, которые заслужили почет и славу, удостоены многие наград в сфере воспитания детей, в сфере социальной защиты, сельского хозяйства. Такие люди и закладывают характер района. Причем маргаушцам удается все. И работать в промышленных компаниях, где особенно ценится профессионализм и опыт, и развивать личное подворье, и отдыхать с размахом. К слову, и в праздничном концерте участвовали свои художественные коллективы. В фойе Чувашского драмтеатра весь день работали различные площадки и выставки. У нас хозяйство чисто семейное производство. Муж работает, глава фермерского хозяйства. Я технологом работаю на этом предприятии. 6 лет я выращивала свиней сама. Затем колбасный цех с 2000 года колбасный цех открыли. Жители Маргаушского района поздравили с праздником представителей органов власти. Наградами были отмечены лучшие труженики. Искренние поздравления и добрые пожелания останутся в памяти надолго. Такие праздники, кроме отличного настроения, дают еще и хороший настрой на дальнейшую работу. Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика.